дорогие, как я за вами соскучилась. Помните, как в 80-х вы все пели песни мои? Песни группы Бонни М. Распутин. Настало время вспомнить эти великолепные песни и провести дискотеку в 80-х. Где же мы проведем ее? Или Сантомы и Принцип. Так, может. Маршалл Айлендс. Да, или... Азербайджан. Может, это произойдет... Палестин. Куда же мы поедем с концертом дискотека 80-х? Мадагаскар надо ехать туда. Но Мадагаскара нету сегодня. Да, нету сегодня. Да? Ну ладно. Но все равно других позвали. Нет Мадагаскара, ну и ладно. Пусть другие помогут. Так. Гаечка. Вау, конечно я вам помогу. Я же все-таки из команды... Чип и Дейл. Спасателей. Так, сейчас быстро найдем подсказку. Сундук. Так. Мамонтенок. Да, я мама от мировой эстрады, согласна. Маршалл Айленд, первый балл. Айболит. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, и... Принцесса. Ой, спасибо, девочка, ты меня назвала принцессой. Это мне так стыд, что я даже в Палестине первый балл дам. Так, следующее. Дональд Дак и Путо. Отдай! Отдай сосиску! Отдай сосиски! Ра-ра! Не дам! Отдай! Не дам! Ясно. Так. Они заняты. Скрип. О, да! И его друг Заноза. Заноза. Давай поработаем, что ли. Вот ты, например... Который отправится в космос к звездам. Сантовый пойти. Так, первый балл. Маршалл Айлендс. Второй балл. Азербайджан. Первый балл. Ну, тогда ты, скрип. Сколько колес у механика? Сосчитай. И напиши ответ. 4 колеса у механика. 4 для машины, чтобы... А запаска пятая. Ладно. Пойдем дальше. Франкенштейн. О, а ты куда направился? Терму. Ты что, ты там зверей пугать будешь? Да, со своей головой свинь распугаю. Не, лучше к Айболиту. Не надо зверей пугать. Мэвис и Дракула. Что бы ты хотела сегодня сделать, Мэвис? Хочу в планетариум сходить. О, отличная идея. Посмотрим, что там можно увидеть. Нельзя солнце. Убираем солнце. Вампирам солнце нельзя смотреть? Луна. О, это уже лучше. Луна. Луна, земля. Звезда. Звезды. И жить звезды в флагах. И никакого солнца. А то я растаю. Второй балл. Сантомы. Маршалл Айлендс. Третий. Азербайджан. Второй балл. Так. Что у нас дальше? Волки. Но мы пойдем поговорим со своими псами, дальними родственниками. Привет. Ой, у меня такой счастливый день. Ну и что у тебя сегодня случилось? Музыкальная пауза.
было у нас. А, ты пела музыкальной паузе, да? Мечтать, это классно. А в какой стране будем мечтать мы? В Баку отправиться будем. Третий балл Азербайджан получает. Ну, идем дальше. Скрудж Макдак. Так, тетушка, Бонни М. Да какая я тетушка? Я звезда. Мне все равно, платить деньги, тогда буду азбуку изучать. Вот вам, девочки, Скрудж Макдак. Целых $80 я вам дам. 80? Ну ладно, сейчас сойдем. Пересчитаю, погоди. Точно 80, ладно, я готов. Антошка. Мамонтенок. Так. Мама. Страшила. Кто? Я? Ты меня еще не видел в юношестве. Паровозик. Садись-ка ты, бабушка, на паровоз и в Палестину. Какая я тебе бабушка, скряга ты! Ой-ой-ой. Персонажи из Monster High. Девочка, будь так добра, помоги найти подсказку. Конечно, помогу. С Леопольдом займусь сейчас. Пылесос. След. Не видел зверей. Молоток. Так. Аквариум. Рыбки, понимаешь ли? Какие рыбки? Какой аквариум? Вы что? Винни-Пух и я. Ну, я. Почему ты такой скучный? Я хочу слышать историю про пиратов. Да, я ее послушал, и мне стало жаль этих людей, которых брали заложники, грабили их, потопляли их корабля и всех отправляли на Маршалл Айленд. Четвертый балл. Это нельзя так оставить. Да. Так. Ну, что тут такое? Азбуку выучите. О! Ты у нас самый длинный. Да, Мелмен будет азбуку выучить. Вот давай. М. Мой дадыр. Так. С. Сон. Слави в Сан-Тобе, не знаю. В. Паучок. Вдруг какой-то... А. Айболит. Айболит. О! Это наш доктор! Доктор Айболит, он в Баку! Хо-хо! Четвертый балл! Ну, гаечка. Выучи азбуку вместе с Машей. Конечно же! Привет, Маша, ты смотришь «Спасателей»? Конечно, в детстве. Я тоже смотрю все твои серии. А я тебе твои. Круто, давай вместе нажимать и слушать. Арбуз. После урока, да? Зайдешь, арбузик покушаем. Паук. Самовар. Чайку попьем. Маша. Поиграй со мною. Поиграй со мною. И поиграемся с Машей на острове Маршалл. Пятый балл. Отдай! 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 Зай, что ты смеешься? Мои сосиски взял этот! Собака! Ты как Печкин догнал за галчонком! Ну, заяц, ну! Погоди!
Мой родственник в беде, а ты смеешься? Ну все тебе, заяц. Отдай! Да. Так они и не достали сосиски свои. Так-с. Скрип! Да, заноса, чё надо? Я вижу кого-то розового. О, я Скрип. А я Заноса. Что ты тут делаешь? Ну чё, вроде нормальная идея. Ну ладно, подружимся. Так-с, с розовым лунтиком. И розовые цвета в флагах. И поищу заодно розовые цвета в флагах. О, Палестина. Второй балл. Так-с, а ты что тут делаешь? Ищу транспорт для вас. Для вас? Для тебя только скорая помощь. Только скорая помощь, или полиция. Вот. О, скорая помощь, ау. Где-то случилась большая беда. Скорая помощь мчится туда. Успели, приехали. Вот этот дом, а вот и машина с красным крестом. А вот и Франкенштейн без головы. Пришейте голову, пожалуйста, этому Франкенштейну. Так. Слушайте песенки Мэвис и Дракула. Да? Ну давай послушаем. Давай позовем наших друзей. Нет! Выключайте солнце! А мне солнце нравится. А мне нет, я вампир. Куда он пропал? Он боится солнца, Дракула. Ну ладно, есть тут солнечные страны. Сан-Том и Принцип — это африканская страна. Ага, третий балл. Маршал Айленд — пятый балл. И Баку — пятый балл. А мы солнца не боимся. Так-с. Ну, Скрудж, выучи еще одну азбуку. Бабки давай. Не надо денег! Я фанат утиных историй! Мой Скрудж Макдак — мой самый любимый персонаж! Я помогу бесплатно! О, ну молодец, мальчик, но я тебе денег не заплачу! Я же говорил, бесплатно! Парашют! Чтоб я, бабуля, на парашюте! Вы что? С дуба рухнули! Самолет. О, это уже лучше. На самолете. В Сан-Томе. Шестой балл. Муравейник. Автобус. О, по всему Баку на автобусе можно тоже. Шестой балл. Так. Вот азбуку. Монстер Хай. Я какая зелененькая. Футболка зайца зелененькая. О, мы с тобой одного цвета. Поможешь? Конечно, если волк меня не догонит. Да, не догонит. У него сейчас эрон-дон-дон развалится. Автомобиль. О, Баку — седьмой балл. Мотоцикл. О, я бы погонкал на мотоцикле. Шестой балл, Маршал Айленд. Светофор. Красный, желтый, зеленый. Нету красного. Пешеход. О, пешком. Очень, кстати, здорово для здоровья. Ходить по Палестине пешком. Четвертый балл. Не грусти, я. Давай песенку послушаем. Давай. Так, ну. Сколько букв в слове «я»? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давай шестую. Матроска,
куда же меня этот капитан прокатит? В Маршал Айлендс. Шестой бал Маршал Айлендс. Получите азбуку Мадагаскары. Кто у нас самый длинный? Не, я уже учил. Тебе твоя очередь, Алекс. Ну ладно, давай. Муравей, медведь. Медведи. Так. Идем дальше. Арбуз, акула. О, там не поплывем, там акула. Самолет. Семь. А на самолете можно в Сан-Томе улететь. Седьмой бал. Попугай. Пенал. Есть у нас попугаи? Нет у нас попугаев. Фиксики вас ждет с азбукой. Привет, спасательница, Гаечка. Привет, фиксики. Мы тоже в своем роде спасатели. Мы чиним всякую технику, а мы помогаем. Портфель. Самокат. Ах, как я хотела прокатиться, ну ладно. Акварель. И порисовать можно было бы. Мяч. Вообще-то я не футболистка. Ну ладно. Отдай! Отдай, я сказал! У-у-у-у! Отдай! Ой, долго он будет бегать за сосисками? Наверное, пока Степа не отремонтирует мою красную машину, так и будет бегать за Плуто Дональд. Красная машина красит Стефа. Давай посмотрим. Азербайджан. Восьмой бал. Палестина. Пятый бал. Так. Укс. О, что это? Принцессы. Принцессы? Зачем вам принцессы? Ну, зеркальце ей же есть. А, ну давай, да, точно. Я правлю Бониема в Маршал Айлендс. Маршал Айлендс. Есть такой, восьмой бал. Так. Скрипи за ноза. Так. Ну, ребята. Мы вызвали главного эксперта тебе. О, круто. Слышал об нем? Отправляйся к главному эксперту. Герои хотели Трансильвания желают вам приятного концерта. Так, ну ладно, пока всем, пока. Ух ты, это же Стив Мартин. Так, выбираем, или летим самолетом, или едем поездом, или едем на машине. Что ты выбираешь? Маршал Айлендс. Ясно, так что на самолете отправляешься в Маршал Айлендс. Ух ты, как он красивенько. Я сделаю веселуху. Итак, группа отправляется на дискотеку 80-х. Маршал Айлендс. Будет у нас веселуха, а не эта унылая музыка.